Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья, у аппарата Zodi на аппарате Tales from the Borderlands. Итак, у нас тут есть две по-любому негативно настроенные твари, уж поверьте. Поэтому к ним лучше, видимо, не приближаться. Что у нас здесь? Электрощиток, давайте его осмотрим. Back here again. Thought I'd close the book on this weird chapter of my life. Интересно, он будет подходить или не будет подходить, если мы выберем осмотреть эти силуэты? Издалека хотелось бы узнать, что это такое. Не подходи! Не, стой, 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 стой! Ну, убьешься, сам виноват, я хочу их осмотреть. Yeah, you better run. Ау, у тебя еще и фонарик встроен в руку. А у тебя там холодильника случайно нет встроенного? Так круто, может у тебя там и оружие встроено, а то фонарик встроил, а оружие не мог, хотя не знаю как у... Айронмена. Там какой-то лазер, не знаю, там. И хотя на пару выстрелов пистолет маленький встроил бы в руку что-нибудь. Так. Поговорить с красавчиком Джеком? Ну, давайте посмотрим. Возможно, что-то интересное нам расскажет. Идею какую-то подаст. My office. Okay, dark interior, check. Planetary view, out the window, check. A chair so soft it could only be made out of supple kitten flesh, check. And if you're a good boy, maybe I'll even let you sit in it. Maybe. Я хотел бы посидеть в настолько мягком кресле. Итак, труп. Странно, что до сих пор его не съели. Даже те же, как видим, существа, два, которые здесь были, вероятно, здесь что-то жевали, чей-то еще труп. Почему же до сих пор этот труп не поврежден? Никто не откусил от него, не знаю, хотя бы кусок ноги. You see? I told you so. Wallet head. All right, wallet head. Time to show your face back on Helios. Перевернем, посмотрим, в каком состоянии. Face! Face's face has no face. Oh, you better hope a psycho didn't use it for a skin pizza. A skin pizza? Oh God. What were the pepperonis? A skin pizza. Oh, you clearly haven't been on Pandora long enough, compadre. А что же с лицом? Оно просто счесалось или действительно его кто-то срезал? Let's find Vasquez's face. And get out of here. You're the boss. Зачем кому-то понадобилось? Not to blow up your ego, kid, but I see a real future for you at Hyperion. It's kind of future where two like-minded masters of their own fates could deal some serious damage. Huh? If you do as I say, Hyperion... I even name a ship after you someday. The SS Jack's Apprentice. Cool, right? You can help me climb the ranks of Hyperion. Climb? That's poor person talk, Reesey. Think rocket-powered yacht to the frickin' moon. Почему бы и нет? Пускай он нам поможет. В любом случае, keep an eye on your friends. Он имеет возможности, которых Unlike нет how you're у not нас. Keeping an eye on that tripwire. What? Ужас какой. Well, looks like these psychos had themselves a little skin pizza party. How am I gonna find Vasquez's face in all this mess? That's what an Echo Eye's for, genius. Scan the faces from a nice stab-free distance. Unless you want to get up close and physical with some new psychopaths. Нет, пожалуй, издалека лучше. Используем глазик. Что это за рисунок психов? Давайте посмотрим. Лицевой ритуал психов. Они накалякали рисунок. Ой, как мило. Символизм. Я думаю, что вот это окровавленное лицо символизирует лицо. А эти закорючки символизируют, что мне еще давно надо было бахнуть орбитальным обстрелом по этой ненормальной планетке. Так, сканировать псих. Давайте. Not Vasquez's face disturbing, but still disturbing. Эй, попробуй чмокнуть его в щечку. Серьезно, попробуй, будет весело. Он даже не проснется. Редко выпадает шанс созерцать этих ребят, когда они не убивают все живое. Так что лови момент.
Нарисуй ему на лбу член. Придумай, как это сделать. Ты же умный. You and me, Pumpkin, let's rock this walk. Whoa, this place is scaring me, and I'm a freaking hologram. Так, подождите, я еще не все осмотрел. Хочу и этого просканировать тоже. Careful now. I wanna end up psycho dinner. Ой, он выйдет как маленький ангелочек, который вырвет твои руки и скормит их тебе, если ты разбудишь его. Так это не тоже не то лицо, которое нам нужно. Еще один псих, просканируем его. You know, in a messed up way, I kind of respect this psycho. I always thought I'd drink or sex myself to death too. Because those really are the two best options. Да, согласен с ним, я тоже мечтаю о подобной смерти. Древнющий псих, мне снился адовый сон, я умер, я стал искусственным интеллектом, меня запихнули в твой котелок, а потом, вместо того, чтобы искать хранилище, ты стоял и смотрел на спящих людей. Вот это экшен, Риз, 10 из 10, господи, приключения года. Джек, что тебе не нравится? Нормально ж все. Так, а того просканировать мы не можем пока что, окей, подойдем поближе. Этого мы сканировали, да? Сидящего. Вот тот последний, видимо. Либо слева будут еще другие. Not now. Это не я был. Alright, good, good, again, this time with feeling! Это что, это... Это удар был, что ли? Need rest. Big day tomorrow. You die, I sleep. Вот так. Чувак, у тебя железная рука. Мне тоже любопытно. Это железная рука. About to compliment you. No one ever became a leader without dirtying their hands. Oh, you're gonna get Hugo McSwoopy Hair's face back, no problem. Парикаскиса. Next stop, Hyperion, baby. Kinda looks like my ex-girlfriend. I'd actually be okay with that. Sorry, Stacy. Бонус ночес, эль бандита де ми каразон. Заценил, да? Выучил? Когда пытался подцепить труксиканскую актрису. Порядочные джентльмены языком не трепят, поэтому скажу просто, что мы с ней очень хорошо провели время. Понятно, чем вы занимались. Nope. Well, this is a fun night. Чаги выпивоха. Я обычно не смеюсь над алкашами, но у него на голове такая шляпа, что я не могу молчать. Представь, его жена орет на него, типа такая, подумай о детях, а у него на голове бутылка виски, из которой он пьет через трубочку. Представил? Я его понимаю. Замечательно. Последний, видимо, по-любому должен быть он. Вот, да, лицо Васкеса. Такое волосатое, очень-очень волосатое. А еще... Оно все скользкое. Выглядит как терьер, искупанный во фритюрнице. Не очень аппетитно выглядит. Согласен. Looks like we found our psycho. You only see this kind of thing on Pandora. Oof, that is one ugly mug. Where am I gonna put it? Cram it in your pocket, I don't know. I can't mess up his face or the digistruct won't work. Но ведь проснется сейчас псих, если мы лицо попытаемся снять. Ладно, давайте попробуем. Just rip it off like a bandage. Quick and painful. Okay, just peeling it off. Peeling off the face. Not going to barf into his mouth. Ой, ужас какой. With your mouth. That's it, go on. Peel off that face like a serial killer. You're sick. No. Ай-яй-яй. Oh, it's stuck. Ай, проблемка. Oh, that's so... That is just the grossest thing I've ever seen. Oh, God, I can't stop now. Oh, no. Are you kidding me right now? Oh, pinch it off. Just pinch it off. Seriously? Oh, please don't do... Please don't do that to me. Oh, gross. Если он проснется. Smash the baby's face! Crunch its teeth! Run! You're the only one running, pal! I can fly! So once I snatched that face pizza, gross, I sprinted out of Old Haven. Hundreds, no, thousands of psychos chased me. Oh, really? That many? Couldn't even count them all.
You were too busy trying to save face. Okay, technically it was one psycho, but he had a bomb strapped to his chest that had the stopping power of like 1,000 of... which could... So, one. One, yeah. Psycho with chest bomb. Boom! You said something about a bomb, Psycho? Oh. Yeah. There. Whoa, wait, dude! Ах, а как же тело? Oh, we were supposed to bring back the body. Oh, we are still bringing it, babe. It's just gonna take a little longer to collect now. Think I got some baggies in the truck. Это уже немного странно. Мы что, слепим из кусочков мяса? Ну, Васкиса... да, ну да. Странно. В любом случае, у нас вроде как получилось. По крайней мере, лицо... лицо у нас есть целое. Так, что же теперь? Теперь мы будем играть воровками. Are Hyperion costumes necessary? Fiona should fit in on Helios, but you, Sasha? No way, man. Hey, here's your disguise allowance. Don't think it'll be a regular thing or nothing. Get yourself something or get Sasha something nicer so she'll quit whining. Don't care either way. Just don't look Pandoran or this mission will be over before it even started. Ooh, любопытно. Сейчас будем выбирать шмоточку. Надеюсь, вариантов будет много. Надеюсь, у нас хватит денег на что-то хорошее. What are you gonna get, sis? Надеюсь, не зря я их копил. Итак, это... All right, let's see what we're working with. Так, повернуть мы ее не можем. The pricier option ain't too shabby. Plus, I kinda want you to spend all of August's money. Hey! Or whatever, just pick something that says... Парящий I look like Гиперион. A stuck-up jerk. Mm. Yeah, that'll work. Воспламеняемость плюс-минус 100%. Замечательно. Примечай, настоящий продукт, скорее всего, неустойчив, смотря у кого вы купите, но зато сзади есть действительно крутой феникс. Вот это неплохо выглядит шмоточка. Принцесса стимпанка. Ох, люблю стимпанк. Имеется кармашек для монокля, замечательно. Даже если вы не носите носки, сшитые золотой нити, этот наряд определенно заставит грязных завистников так думать. Ослепительный стрелок. Это обычный наш наряд. То есть мы можем переодеть либо Сашу, либо переодеть Фиону. Мне нравится этот наряд. Я его хочу. Are you both blind? Так, а теперь нужно что-то купить для Саши. Что самое дешевое? Вот это купим для нее и все. Это обязательно? Ну, видимо, да. Окей. All right, thanks, V. I'll try it on in a bit. Hope it's worth the cash. Could have bought a lot of guns with that. Эй, только не говорите, что было покупать вообще даже и не обязательно. У нас 1260 осталось. Вдруг еще что-нибудь сможем приобрести, чтобы были денежки. Scooter. You look like a dream. You're up, Sash. Make it quick. Not impressing anyone with this, but it's all right. Помолчим. Что мы с ней будем болтать-то? I'm done. Hey, is this disguise gonna work? I figure you're the one with the eye for this. You and Vaughn are the only Hyperion I know, Отвали. And you dress terrible, so maybe I should just take my chances. I guess we'll go with yes. Anyway, it's all yours. Thanks, just gotta scan my
severed face here. Yeah, have fun with that. Да, мне интересен процесс. Get to the scan screen and... Каким же образом мы все это сделаем? There we go. Okay, skin scan. Oh, God. Much worse from this side. Skin unlocked. Замечательный кадр только что был, друзья. Вау. That's convincing. А как же голос? Is it? Даже голос изменился. You look like a complete douchebag. Excellent. That is the look I was going for. This is... Oh, definitely weird. А вот в чем дело. Модулятор голоса у него все-таки есть. Я еще думал, как голос ему изменило. Well, it's certainly... big. That's Scooter for you. Как же он так быстро собрал такую махину, а? Вот что любопытно. Cassius is looking out for him. We'll track them down when we get back. Только не это, опять музыка, друзья. Неужели мне опять придется ее вырезать на ютубе? Эй, а как же эти бандюки? Они что, полетят с нами? А как же они там впишутся в атмосферу? Странно. Посмотрим. Что там будет? Красиво в этой игре титры сделаны. То есть название и так далее вписано все это красиво в игру. Люблю, когда таким образом разработчики их вставляют. Смотрится просто классно. Какой ужас. Ай, какой ужас. Как я сочувствую Августу. Это ужас просто. Наконец-то музыка закончилась. Fee, you gotta see this. И что же там? Hey, you look like you've done that. Like you've done that before.
Кто его знает, может быть, действительно делала? Что же они там заметили? А, хотят посмотреть на вид из космоса на планету. Ну да, конечно, красивое зрелище. It's never felt like home to me. I didn't think I'd ever see this. It looks so... I don't... peaceful. Who'd have thought? We haven't even gone that far, and it all feels a million miles away. Не интересует. It's a shame we have to go back. Wish we could just turn this thing towards the nearest planet. We'd probably run out of fuel, so it's not a good idea, but, you know, it's an idea. Ugh, I keep forgetting they're here. Once we get the beacon, we'll figure out a way to turn things back in our favor. Any ideas on how exactly we do that? Or are we just winging it? Again. I know we're good at improvising, but... Nope, вам абы кого-то обмануть, опять-таки абы кого-то обворовать, чтобы-то... В общем, что-то украсть, только бы что-то украсть. Вот. Oh, sorry, man. Just got a wife from me is all. It ain't bleeding or nothing. What the hell is this damn thing? It's, well, it's a satellite. Gonna launch it to advertise my franchise. Whoa. You know what they say? Ain't no ad space. Like outer space. Неплохо замахнулся, паренек, да? You pick the one Hyperion hates. We're not drawing more attention to ourselves for some publicity stunt. Hey, there's no need for that. Stop it! Come on, man. I gotta get some out of this trip. Scooter's on the right to cash in on this trip. If it weren't for him, we'd still be stuck down on Pandora. And August, what exactly have you done for this mission? Действительно. That's what I thought. Ah, whatever. Это корабль Скутера, вообще-то. Well, no one asked you. Столкновение с чем? Уже. Кто тут за штурвалом? Давайте направьте куда надо. О, Хендерсон. Это ж Хендерсон вроде как. Хендерсон. Ой-ой-ой-ой! Oh. No shit! Tell us something we don't know. Did you know? The damage is critical. So this is how I die. I knew it. I knew it! Is it something you can fix? Regrettably, not in my current state. The damage is too severe. This ship requires additional thrust. Right. Without additional thrust, the ship will be pulled back towards Pandora. Да елки-палки, опять через жопу все. Compensating right here, and y'all are in luck, because that's my specialty. Now turn them other rockets up to 11. Ну ладно, послушаемся. Игра, игра, ну не лагай, пожалуйста. First one, watch it. You have to stop, man. Serious. No way, man. I'm just getting started. We got this. Full thrust achieved. This doesn't seem like it's working. Oh, no, this is good shape. How is that ever good? Just things are running kind of high right now. Like, dangerous high, but we gotta do it. It's our only shot. Okay, we're about to hit escape velocity. When we do, you gotta shut these puppies down, you hear? Yeah. Yeah, I hear. Do you? How can you hear anything? Achieving escape velocity in 5, 4, 3, 2, 1. Go! Возможно, теперь мы будем лететь чисто за счет инерции. Are the alarms still going? No, that was just step one. We can't do step two without step one. What does that mean? Забросить ракеты необходимо. Step two, видимо. Let's do this. When are they gonna explode? Very soon.
Какой второй шаг? We get out there and we handle these uncooperative rockets. Oh, right. Step three is us making out. What? Huh? What? Huh? Don't you worry, you're pretty little. Yeah, all of you, yeah, but yourself. But I'll be walking you through it, though. Окей, так мы в открытом космосе, друзья. Прикольно. Alright, you go that way towards the rocket, and I'll take care of the other one. Listen, we ain't got much time. Be careful, Fee. Я так думаю, мы сейчас должны отсоединить эти ракеты. That's right. Продолжить лететь по инерции, что ли, или нет? Или, возможно, как-то мы используем взрыв, чтобы он оттолкнул нас? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я успел или не успел нажать? Вроде как успел. Успел. Хотя, в принципе, я был бы не против, чтобы его унесло куда-то в космос. Но, к сожалению, игра заставляет заботиться об этой воровке. Приходится сохранять ей жизнь. Так, ракурс на задницу. Популярность игры резко возросла. Так, эта штуковина нам руку не откусит случайно. Есть такое дело. А почему панель? Oh, you got it? All right. No! What? When you press it, you gotta pull your arm out real quick, cause it's gonna clamp down something fierce. You got me? Be careful. Зашибись. You're almost there. Успел. Left rocket stable, Fiona. All right. Now pull the last to detach that sucker while we still can. Все-таки я был прав, нам необходимо отцепить ракеты. Да, так и есть. В принципе, это логично. Awesome. Now get your ass over to my side. Make it fast. А к третьей части плана переходить будем или нет? Опять ракурс на задницу. Fuck. Блин, скутер, да что ж делать-то с тобой? Can't do step two without step one, right? No. Guess my arms aren't quite as long as I thought. Блин, скутер, дурень ты. Ты хороший персонаж, ты молодец, блин. Guys, that rocket's at critical. You gotta hurry. И тебя вытащу, чувак. No, I can pull you out. Listen, there ain't nothing you can do that I ain't already tried, okay? Но я не буду цеплять ракету. What's going on out there? Nothing. Don't you worry. Fiona's got this. Hey. Hey. Блин. You gotta go over there. Не хочу, не собираюсь я поворачивать ручку, чувак, не собираюсь, не хочу. There's no time for anything else, you understand? Должен быть другой выход, по-любому. Gotta be some other way out of this. No, there ain't. Even if there was, there's no time. This baby's gonna blow, okay? That is happening. And you can't be here when it does. Now don't you go feeling all sorry for me, alright? People on Pandora will be talking about old Scooter for a long time. Can't think of a more epic way to go. Y'all should be so lucky. Ты герой.
Вот это действительно, он показал себя героем по-настоящему. Шаг третий. Все-таки шаг третий будет. Он это заслужил. Он сейчас совершает героический поступок, отдает свою жизнь. Блин, но все равно... Не хочу это делать, я не хочу это делать! Oh, come on, Fiona, you gotta... Блин! Что за вашу мать? Мы что? Блин, придется, все равно придется, как мы видим, отцеплять его. Прощай, Скутер. Ты молодец. Один из лучших персонажей в данной игре. Как оказалось, по крайней мере. Да, трагический момент, конечно же. Блин. Очень жалко его. Очень жалко Скутера. Лучше бы вот это вот, блин, там сидело. И улетело бы там. Почтили его память. Мы должны это сделать. Мы выпустим его спутник. He truly earned this. It's the least we can do. Make it something good. It's least we can do. Увидимся, космический ковбой. I know what it is like to lose someone you care about. The worst part is, Scooter was the best of us. He deserves so much better. He was definitely one of the nicest people I met on Pandora. И это так, действительно, друзья. No, that's not probably saying much. Anyway, we didn't have much time to mourn and all that. Things started to get crazy the minute we landed on Helios. So, if that's not it, answering. Perfect. You have entered Hyperion airspace. Identify yourselves immediately. Okay, gang. Here we go. I repeat, identify yourselves or you will be shot down. Do not come any closer. It's your boss, jackass. We'll see about that. Well, I remember. You're the funny one. We'll see how funny I am when you get down here. В роль мы вошли. I know you're excited that I'm back, so I'll let that slide. В роль мы, друзья, уже вошли. В роль подонка, злобного и эгоистичного.
sure I get inside and disable security, I'll call you when it's safe to come out. Time to put on the game face. You've got some things to answer for. Oh. Vasquez. Almost seems like, what's the word? Providence? Well now, if it isn't Cocknock and Tweedledick, how's about you get out of my way and let me go do my job? I really hope I get an excuse to kill you. Orders are to verify what the hell you were doing down on Pandora. Oh. Take it easy, guys. I just landed. In a hunk of Pandoran trash, no less. With half a loader bot stuck to the top. And what's that thing you launched, Reed? Something about anime? Well, I hope for your sake that wasn't a doll satellite. You see, we blow that shit out of the sky. Космический ковбой, что знакомое, действительно. По-моему, что-то из аниме. So, what were you doing down there? Not too often the top brass гонялся за 10 миллионами. Tracking down $10 million that was stolen from Hyperion. So where's the money? It exploded. Yeah, but I got, you know, very important places to be. So I'll just be on my way. Nah. What do you mean, nah? Here's how it is. You come up here full of piss and bullets, bragging about how you managed to lose $10 million. So no, you're not going anywhere. I'll take it from here. Oh. Ebat, so good to see you. We need to catch up. Bring it in for testing. А она ж ведь не в курсе еще. Блин, она же реально еще не в курсе. Мы ведь не смогли с ней связаться и предупредить ее. What the hell happened to Reese? This is unbelievable. Could we talk somewhere that's less exposed? We're fine right here. I'd like to shed more light on the situation. The situation is that you brought Reese back in pieces. Our deal was clear. You were supposed to retrieve his head so management could download whatever the hell was inside of there that was so damn valuable. Now we'll never collect the reward. Because you lost a critical Hyperion asset. I'm sure we went over the particulars, but can you remind me what's in Reese's head? You're kidding. Этого я не ожидал, если честно. On Pandora, it must have slipped my mind. I guess our reward slipped your mind too. You had one job, and, well, you blew it. I'm taking you straight to management. Let's see how you like answering to them. I've had it with you. Let's see how big of a smartass you are under questioning. Если вышвырнут меня, то и тебя. If I go down, you're coming with me. Ты предатель, потащим тебя вниз вместе с нами. Test me. Find out what I know about you. If you think I'd make a deal and not have my ass covered, then you don't know Hugo Vasquez. It's been real. Предательница. Вот оно как. Снова нас предали, снова все через жопу, друзья. Почему всегда так? Что мы не сделаем все через жопу? Yvette's scanning the body, so we gotta hurry. I'm taking over the cameras now. Child's play. Войти в систему. Ну, друзья, давайте сделаем это уже в следующей серии. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи! Встретимся в следующем видео. Пока-пока!